Всем привет, и в этом видео я хочу поговорить о ворах в Geometry Dash, а также помочь многим избежать таких ситуаций. Несмотря на широкое звучание названия ролика, мы поговорим только про тех, кто ворует копии уровней, а еще хуже, их сливает. Как же это может получиться? Вариантов несколько, но решение всего одно. Первый вариант. Человек берет вашу выложенную в открытый доступ работу, перезаливает на свой аккаунт и может даже получить оценку на уровень. На самом деле такие вещи палят часто и по итогу жалоб снимают оценку с уровня и возвращают ее вам. Но некоторые еще и маскируют свое воровство, переставляют структуры в уровне, меняют цвета и даже парты местами, вообще синкуют геймплей вашего уровня под другой сонг, и вроде бы все вообще незаметно, но тут только автор уровня может заметить, что это его работа и пожаловаться. Опять же, от этого не застрахован никто, и решение одно – жалуйтесь и пруфайте, что вы настоящий автор. Ситуация 2. Бывает, что незаконченный уровень сливается в сеть. Это очень неприятно для многих, особенно если они строят какой-нибудь топ-1 демон, который еще не закончили декорить, а уже все его могут тренировать. Произойти это может по одной причине. У вас в команде есть либо ГМД-крыса, либо ГМД-дурачок. К примеру, этот ГМД-дурачок отдал какому-то своему другу Петя641, и этот Петя641 решил слить уровень или передать еще кому-то. Ну или вообще этот ваш ГМД-дурачок выложил вместо Анлиса, да, в открытый доступ. Ну понимаете, да? А что если никто не сливал уровень, никому его не передавал, но он все равно был найден в сети, в открытом доступе? Причем, очевидно, его выложили не вы. Вы начинаете думать, как это могло произойти, и единственное, что вы нашли, это выложенный этот же уровень с вашего же аккаунта, но только в Unlisted. ID уровня вы никому не давали. Как это возможно? Откуда этот уровень еще у кого-то? Это и произошло вчера. Тот самый додик на админе у бота поимел внезапно сервера роптопа и буквально доказал, что все, что на них есть, это открытый доступ. Он украл кучу уровней с Unlisted и выложил их в сеть, причем не только уровень Вернам, с которым происходил тот момент срач, но даже, черт возьми, пострадал Кулук, был слит Aerial Glim. Вот как этого человека можно воспринимать нормально? Он продолжает стоять на том, что банил меня год назад, и пруфов на это у него нету. Просто челик нашел повод забанить Эйрили и пытается оправдаться, но по итогу, как и многие соперники по срачу Вернама, начал срать под себя. Была слита Агита, но это не так страшно, это далеко не финальная версия уровня. Также геймплей Майхема, что тоже не критично, ведь там просто дисбалансный геймплей с тысячей скипов. Но Кулак пострадал реально сильно, это готовый уровень по сути у него слили. Чья вина? Ну, получается роптопа, у него же такие незащищенные сервера, но на самом деле... Мидгета, блин, это как-то не супер по фаерплей, слушайте. Хакерить вот так вот и сливать все, ну вообще ужасно. И какое же решение этому всему? ГДшейр. Я понимаю, то, что многие уже им пользуются, но многие еще нет. Пожалуйста, относитесь к своим проектам серьезно и используйте его. Сейчас этим пользуются уже все серьезные слейеры и хосты, чтобы избежать каких-либо утечек. И сейчас я прям покажу, как его установить, ведь некоторым реально непонятно. Да, GDShare — это мод, который нужно установить на Geometry Dash для того, чтобы передавать уровни файлами, то есть не нужно ничего выгружать в сеть. Итак, в закреп-комменте есть вот ссылка на этот сайт, здесь скачивайте GDShare мод, вот сейчас я вот нажимаю на него, в очередной раз его скачиваю, вот он у меня, вот дальше открываете его, извлекаете его на рабочий стол, вот нажимаете, тут нажмете ОК, у меня уже все извлечено, вот, вот они, 4 файла, которые есть. Дальше, как я устанавливал все, я открыл локальные файлы GD, вот самой GD-шки, и переносил все вот так, то есть в ресурсах я выделил все эти и засунул в папку, соответственно, где я, как уйди окно, соответственно, в папку ресурс, все. Потом вот эти две DLL-ки я скинул просто, короче, в эту папку, вот. И потом нажал One Time Runner, нажал Enter, короче, он у меня исчез, я не знаю, зачем он нужен, вот. Потом зашел в GD-шку, нажал вот так вот Tab, тут нашел Inject DLL фигню, сейчас Inject DLL. Просто дальше выбрал, можете выбирать из папки GD, можете вообще с рабочего стола, они тут остаются. Просто нажал открыть, потом то же самое с этим открыть, и после этого получается у нас уже все DLL injected, и у нас появляется GDShare. Это на самом деле очень все просто, вот он, и теперь я могу какой-нибудь майхом взять вот с разрешением, с расширением вернее GMD, и открыть, у меня появится этот уровень, получается, в самой GDшке. Да, правильно, вот, майхом, он у меня появился, и так можно безопасно все... В принципе, передавать, да? Все. Это был очень простой и быстрый гайд. Вот.
Многие уже знают, как инжектить, многие не знают. В общем, да. Ну и на этом все. Используйте только GDShare, ведь он не просто лучше и надежнее, нет, он удобнее. И пока всякие мидгиды не имеют доступа к базе данных этого самого GDShare, то все хорошо.